Друзья мои, всем добрый день. У нас сегодня первый ходовой выезд, первый ходовой день. Мы встали не рано, сейчас времени час дня, потому что легли мы 6, встали 9, это капец полный, пока встретили Васю, пока с Васей и с Ириной посидели. Да, кстати, передаю всем балбесушкам привет, те, которые не приехали в этом году на Чухлому. Посмотрите, все вам покажу, как мы отдыхаем, развлекаемся. И хочу напомнить тем, кто зашел на канал впервые, тем, кто зашел, ну, чисто из-за названия «Полная Чухлома», что канал у меня чисто дальнобойный, можно сказать, шоферской контент, поэтому все, что происходит на оффроуде, я к нему отношения не имею, поэтому сильно не придирайтесь. Ну, как бы, терминологию не особо вникаю и во всякие такие вещи оффроудные. Поэтому смотрите, если нравится, нравится, если не нравится, то все, отключаемся, выходим. А мы уже завелись, позавтракали. Еще раз напоминаю, время час дня, это очень поздно для выезда. По точкам, но мы выезжаем все равно. Так, в дом залили солярки, ну, в смысле, в автономку. Женька завелся, палатку столовую закрыли, лагерь уже пуст, уже все где-то гоняют. Мы погнали к оргам и на точку. Мы приехали на первую точку. Она оказалась очень близко и очень по хорошей дороге. Ирин, как точка называется? Вагон железнодорожный. Да. И вход туда нету. А, нет, есть замок с той стороны. Сейчас я вам все покажу. А вот это кабина машиниста. Сейчас я перехожу. Во, вот так, кайфовый. Да, Полин? Угу. Ой. Есть вход туда? Ну нет, как, нет? А тут чья-то мастерская. Прикольно. Я так понимаю, это пол вагона, а туда вход, наверное, где-то еще. Там вход есть, но на нем висит. Тут тоже висел. Да. Нет, там точно нет. О, печка. Посвети на печку. Перчатки, кто тут помнит? Мне кажется, тут вообще кто-то, ну, мастерская это чья-то. Я думаю, это чья-то. Что там интересно? Мне кажется, тут чья-то мастерская действующая, причем. Возможно, мы же еще не таскаем. Шляпа. Валя лысый. Прикольно. Здесь обитает. Если кто не знает, что это такое, это был сбор смолы. Полинка никак не наиграется со мной. С утра снежками, сейчас снега нет, не пойми чем кидает. А вот это старое дерево, ну, имеется в виду. Давно собирали смолу. Видите, как интересно. Что-то буксовать нам негде, походу, сегодня. Все потому, что кто-то слишком много ест. И даже я. Да я бы тоже сейчас поспала, если ты. Может, заколем первый день? Болото. Для здоровья на века. Любая вода и болит. Да зато это речка. Вот это родник. Ладно, сейчас сходим. Внизу и холодно. Железная вода. Да. Это железная? Угу. Там железо? Невкусная. Ну, бывает, конечно, и хуже.
Слушай, ну железо кончилось. Первый цвет. Я пытался бить пластик, но трубы такого было железо. С акробатом причем. Трубу любую можно взять, когда к точке подъезжаем. Деревня Матвеева, церковь когда-то была. Василий с планшетом. Как дельный. Ничего не осталось интересного. Отца? Создатель. Ага, да, наверное. Нет, там Ю нету. Создан. Ну, следов много тут нахоженных. А где Вася читал, что там где-то сохранились сети? Ой. А я думал, тут проход. А тут нет проход. Я думал, туда проход. Куда девчонки пошли? Не убиться бы. Что, Маш? Полочка есть. Резинка от подвесного подшипника. Кирпичики белые там уже. Это чертежи чего-то. Ой, я на гвоздь наступил. Да, могут по голове прилететь, а он там тоже. Интересно. Да что ты боишься? Я боюсь. Ты кошка чего? Йорик. Гав-гав. Это кошка, ой, гав-гав. Мяу. На, в карман. Йорик, бедный. Маме поведи. Мама. А я вот что нашла. А вы еще какие-то таблички вешаете. Ага. Там какие-то чертежи. Фоткой. Может быть, даже сегодня чуть-чуть веселье у нас будет. Хоть и лебедки нету. Эй, что вам там вчера все рассказывал? Не смогли мы починить лебедку. Сегодня целый консилиум был. Новая лебедка не работает.
каждый год вам говорю. А, кстати, дымки нет в этом году. Обычно в дымке все стоит, мы издалека едем. И вот видно какое-то сооружение красивое. Ну ладно, сегодня и без дымки обойдется. Что-то, походу, мы прилипаем, да, братан? Что-то не едет наш барахузинчик. А Ируся? Куда Ируся делась? Нету в зеркале. Все, мы приехали. Сейчас оператор пойдет на улицу, все вам покажет. А, Ируся тоже приехала? Давай, Евгешка, включай свои блокировки. Там тумблер один, второй, закись азота, перекись водорода. Просто слюнявая дорога, колеса мылятся и не едут. Чё мне вам рассказывать? Вы же чухломисты старые. Все знаете. Уже третий год я вам подряд показываю, что к чему. Вон туда сейчас попрем. О, сдал назад и вообще не трогается. Интересная история. А интересная она тем, что у нас даже лебедки нету. Но я думаю, она тут не понадобится. Сейчас он даст гарри нормальный. А, еще, кстати, вы же помните, да, что все самое интересное начинается, когда темнеет. А время сейчас 3:30. Давай, Жень. Газуй. Хоть где-то сегодня побуксуем мы. Завтра к нам присоединится Виталик, балбес. Я надеюсь, что мы по красному поедем. Так, ну ладно, Женька поднялся. А, да, если кто не понял, тут просто на подъем дорога. Пойдем смотреть, как Вася с Иринкой. Иринка сегодня за рулем. А Василий на пиве. А завтра будет наоборот у них. Ну, в принципе, правильно. Надо вылезать из этой колеи. Ни хрена, шмётки летят. Всё нормал, да. Ой, блин, упал. Лёха автобот. Нет, это не он. Это другой автобот. Это другой. Ой, какое стекло грязное. Темнеет уже. Поэтому внутри, может быть, ни хрена не видно. О,
А что тут закрыто? Закрыто тут. Наверное. Да, закрыто. Надо с другой стороны попробовать. Смотрите, гвозди тоже торчат. Все притоптано, народу видно много уже было. А это не специально? Я думал специально. Не знаю, может, упало, специально. Мне кажется, тоже упало, а может и специально. Ну-ка, дай покажу. Вот хрен его знает, специально это или нет. Так аккуратно, ровно. И причем только эти два окна, а дальше там нет. Шарли, стоять ко мне. Ко мне. Ко мне. Это я парю. А? Парую. А у меня даже фонарь горит. Сверху. Фонарик на зарядке у меня. Основной. Печь, да? Девяносто девятый год что-то. Непонятно, что написано. Такие засовы. Серьезные. Хрен узнает, что это такое. Понятно, она вот так вот полукруглая, как внутри русской печки. Ну, может, не у всех, конечно, печек так. Но у нас в деревне так было. Все понятно. Тут просто все обвалилось. Это не окна засыпаны. Это здесь все засыпано получается сейчас. Вот видите, я залез прям на высоту. Здесь все засыпано. И поэтому кажется, что окна ровно засыпаны. А там вот дальше не засыпано. Соответственно, окна открытые. Ну вот эти два окна с улицы я снимал, которые засыпаны. А, над ними обвалилось. Блин, охренеть тут толщина стен. Ширина, толщина, как сказать правильно. Пойду туда схожу. Колыга. Корень, что ли, не пойму.
Да, береза. Это береза. Охренеть. Прикольно. Прикольно? Я думаю, да. Вот, смотрите. Вот это вот скоро завалится. Сюда и тоже будет окно как будто заложено. А на самом деле оно просто засыпано. Ну и, соответственно, там вот тоже. Что там, Маш? А там закрыто, что ли? Нет, есть просто. А, надо перескакать? Да. Тихо, тихо. Такая дырень. О. О. Тут там все интересно. Давай я тебе руку подам, Маруся. Оба. Полина. Оба. Ируся. Вот девочки по этой штуке. Посередине, посерединной. Вот это? Да. Оп. Оп, спасибо большое. Джексон. Пойду, давай, пока Чип и Дейл тут на помощь спешит. Поднимаемся. Пойдешь, Оль? Давай руку иди сюда. Ой, тебя же снимать нельзя, да? Да и скажи, хрен с тобой. Давай на середину ногой. Как кузнечик, прыг-прыг. Ребенку лучше не ходить. Здесь он стоит. Давайте, передайте, я могу. А, да, он там вообще свежак. Могилки. Ну, не знаю. Темень, конечно. Сейчас я выключусь и включусь. Чтобы фонарь включился. Ну, что он тут нам даст? Непонятно. О, а что, обои, что ли, клеили? На клеенку больше похоже. Ну, так. Ничего интересного. Ну, кстати, икона. Никто не ворует ничего. А, ну это, наверное, ценности они не имеют никакой. О, это вообще прикольно. А лестница новая стоит. А там есть вход? Обычно я вот так, Ирина, иду и не смотрю, ну, под ногами. А тут хрена канал какая. Ну, да. Ну, когда снимаю, я имею в виду. Ну, что там интересно? Мне кажется, там, наверное, животные были внизу. Да, это чисто я так выдумал сейчас сам. Что там, Маша? А, так, давай спускайся. Ну ладно, не полезем, да? Полезем, ты полезешь? Я тоже полезу. Мне ж надо контент пилить. Конечно. Ой. Все тут. Стремновато. Нет.
стекол нету. Но решетки вообще добротные. Как ты сказала? Ну да. Сейчас Полинка заберет. А мы полезем с вами наверх. Поглядеть, что там. Вот тут ничего. Конечно, я ходить тут не пойду, потому что все это опасно, да и ни к чему. Гляньте, сколько снега уже, слой какой лежит на крыше. Ох. Залезть это, конечно, полбеды, а теперь надо слезть. Так, ну у нас с Марусей понесло, не знаю даже, как это назвать, подвальное помещение или цокольный этаж этой церкви. Хотя здесь есть вход вот для нормальных людей. Батарейки. Вот это что? Чугунок, котелок какой-то был. Интересно. А это что такое? А, это слив. Водосток. Что, тут есть что-нибудь? А мы наверное дальше там были, потому что дырка-то дальше. Хрен узнает, где эта дырка была. Наверное, вот это. Нет, тут стена. Где мы видели эту дырку, непонятно. Может, еще какой-то есть этаж? Маш, вот непонятно, там в полу была дырка. Вот где она? Может, она, конечно, вон там? В этой части. Что, мы туда полезем? Ох. Ага, вот она. Вот в эту дырку я смотрел и боялся провалиться. Но она же типа минус 1-0 на улице, поэтому. Посмотри. Сосисуля. Ну что, не полезем туда? Ну там бы хочу. Ну да. Там интересно, конечно. Кто там говорит? Нет никого. Тут только призраки. Интересно, это был как? Я вот не пойму, что это вообще за помещение такое получается. Ни окон, ни дверей, ни проходов, ничего нету. Все фонарики включаем. В общем, если кто-то будет смотреть, кто знающий, расскажите нам, зачем такие цокольные помещения без окон, без дверей, без проходов, без ничего. Вообще, возможно, для хранения каких-то продуктов типа. Но проходов нету, вряд ли. Да, как лазить-то? У нас, конечно, есть догадки, что здесь планировалось, ну, что-то выпилить, но как бы не по этому окошку судить, а вот там есть. Ну, ладно, не видно вам. Планировалось при стройке сделать проходы,
Но почему-то их не сделали. Тут нашли раритет. А раритет? Вот. Наверное, Христа на таком распяли. Вон там еще один. Мама же стены торчит. Ты, по-моему, смазываешь. Не доставай. Не буду, а то еще завалится все это дело. Смотри, тут ведь еще нижнее бревно было. Но... А, да. Заметили, что вот здесь... Слушай, получается, оно сгнило, и весь сруб сел. Пипец, давайте уйдем отсюда. Ты боишься похоронить нас? Тут. Не себя. Но, кстати, он очень в отличном состоянии, не знаю. Это руда. А это горело? Горело. Но это не здесь, это такое положили, скорее всего. Ну, то есть, значит, его, может быть, останавливают относительно... Да, надо почитать, что у нас написано, да, в книге. Надо почитать книгу. Иди сюда, здесь правильно. Я сейчас вас покажу, как вы это делаете, а потом я... Вот про эту штуку я вам говорил. Вот когда сруб обычно кладут, оставляют такие запилы, чтобы потом вырезать там под лудку дверь, либо окно. Здесь почему-то этого так и не сделали. Но это чисто мои догадки. Вот здесь вообще странная такая конструкция. Довольно-таки интересно. Что там? Что там? Грибочек. Ой, чё? Опять горела доска. Да, здесь вот там засох. Ага. Типа, должно быть, вот здесь. А, это дверь вот отсюда. Что это такое? Скляночка. А, это... Это типа от графина, может быть, ну, как колпачок или как его назвать? Как? Крышечка. Вот, смотрите, я уже не помню, снимал я табличку или нет. Но вот, кстати, здесь все написано. Если кому интересно, что да как, можете поставить на паузу, почитать. Очень интересно, кстати, на самом деле. Получается, 3 века назад, все равно, как бы там ни было, церковь эту восстанавливали. И сруб в очень... Я бы сказал, даже в идеальном состоянии внутри. Ну, то есть, ну, а как бы понятно, ему ничего и не будет, пока стоит крыша. Как только крыша начинает течь, так все начинает разрушаться. А там, ну, по углам где-то так течет мокрая земля, а в основном сухо. Я думаю, это последняя наша точка по светлу на сегодня. Сейчас там собираются перекусить, они мне что-то неохота. Глеб расплакался. У ребят радиатор пробился лопастью. Они погрузились в воду. И лопасть сломалась об нее, об воду. И пробила радиатор. Мы сидим. Ну, мы, правда, без блокировок ехали. Сейчас будут блокировки. Не знаю, с какой стороны. Может, стоит поснимать? А, давай, Ирина. Патроле или панфайдере? Патроль. Панфайдер легкий. Ну как раз наоборот, он раз перекидывает. Патрон не надо. Возьмем, когда ездим, расставал вы ковыривали. Идем спасать товарищей. Посидели полчасика, решили все-таки пойти проверить, что они там
Где они тут вот в таком поле лебедятся? Слушай, а ты по клее идешь так топко вообще, прям мягко. Мы над товарищами не смеемся. Работала с дуром, поменял нафиг. По-моему, рассказывал. Я на мойке чисто вот так разматываю, мою и обратно. Ну, иногда на капот кину, посушу. Ну, у нас теперь тоже есть дача. Возможно, мы теперь тоже будем делать. Ну, что такое? Ну, сомневаюсь. Ну хватит рассказывать свои семейные эти, да? В моем видеоблоге. У нас краеведческая экспедиция, они тут про дачу мне рассказывают. Сейчас придем домой в шатер и будете рассказывать про дачу. Что там? А как он просакивает-то? Где-то мало витков, что ли? Покрасил барабан. Ну. Глянцевой краской. Что он стал? Скользить! Скользит! Надо рост взять по нему! Что-то есть странные дела, а что он там? Наждачка есть? Есть. Продемонстрируй, пожалуйста, как это выглядит. Да. Давай сейчас. Можно. Поехали. Короче, две машины, обе без лебедки. Считай так. А, ехал момент. Я же штурмом должен отвязать теперь. Пошел, Жень, пошел! Пошел!
Подожди, я вон там объездку посмотрю. Короче, сюда давай. Да, лебедки нет, и мы сидим. Василий шмурыгает барабан, потому что он его покрасил, и теперь лебедка проскакивает. Крути. Куда? На закрутку? Жень, крыльни ты стал, блин, тяни давай. Тяни. А ты что делаешь? Я много дел делаю. На раскрутку. Аут. Аут. Так. Панфайдер заякорили. Здесь по верхушке надо как-то объехать. Кстати, здесь, наверное, не вас проезжу. Ой, они тут что-то все исколесили. Да он не слышит ни хрена, что ты орешь. Ну что, ты ходом пошел? Подожди его, цепу сначала. Подожди, он тебя цепит сначала. Мне... Не, я спрашиваю просто. Мне-то не до этого. А Ира едет назад чуть-чуть? Ир, назад едешь чуть-чуть? Я сейчас натяну. Не, он, наверное, хотел назад сдать сюда, Женька. Жень, ты назад хочешь сдать? Да, есть место чуть-чуть. Еще место. Никто не едет ни вперед, ни назад. Надо
Жень! Там посмотри, правое колесо вышло из ямы. На грани. То есть вперед яма? Да. Но она стоит на самом верху, прям на грани, короче говоря. Либо Иру назад надо, а тебе на траву выезжать и вверх. Как ее назад? Ты назад нет? А, ее как? Да. Она все равно здесь потом не переедет. Ну давай, короче, Вася отцепил, давай, пошел. Нехорошо. А куда? Сейчас, подожди, дай посмотрю. Давай, назад, я тебе скажу, когда стоп. Еще раз. Право руля. Я с второго раза пробью. Право руля, пробуй. Назад и право руля. Все, ладно, хорош. Давай еще раз, я со второго раза пробью. Василий, давай еще раз. Я за оператора. Подождите, почему туда едет? Вот такая длинная у нас лебеда. Включал фар свой, ни хрена не видно было. Здесь она проедет, тут сухо. Болото выехали, трасса таскал, некогда было снимать. Жень, свет задний, выключи, пожалуйста. Сейчас едем 50-ю точку и домой. Номер 50-й у нее, а не порядковый наш номер. Что-то больно крутовато. Большому можно радиусу сделать, если... Сейчас ускоряюсь, что приеду.
сдавали на эту поляну. Выйти посмотреть. Потому что это, дай я в рацию. Чтоб по ней по команде. Чтоб мы в Лавров-то не уехали. Там, когда вылезти куда-то, подождите, надо, я тут съем. Очень крутой подъем на камеру, не видно просто. Давай поехали вот до той березы лежачей. Они вот здесь. Мы сейчас рычагами зацепим сразу. Ну да. Оу. Да, на тех колесах я. А что фонарь? Не вижу, вот сейчас вижу фонарь. Появился. А что, он переехать не. А, они там уже лебедятся, кстати говоря. Ну да, здесь так интересно. Мостом. Это идея какая-то, да. Мне кажется, на лазике два метра даже здесь. Что здесь такое? Да. Если кто не знает, он имеет в виду свой УАЗик, который у него был, а не просто УАЗик, в который надо было залезать со стула. Ходите. Да что это ходите, тут бесполезняк. О, стой! Лебедимся? Жень, на везенке. А мне есть еще. Помогать? Зачем? Импортная наждачка, пошкрябали барабан. Нет, что-то дай подальше отойду. Где тут клея-то начинается глубоко? Да ты ж моя хорошая! Да ты ж моя хорошая! Вообще молодец! Полпуки Тротина! Чуть-чуть осталось. Извините. Молодец!
спокойнее, так ярко. Это ерунда. Да не, ну знаешь, если его дуванет, то уже не ерунда будет. Нет, конечно. Иди, взял он тепловой сайлик, не заебал? Конечно нет. Я его только заказал. Вообще молодец. Хороший свет? Да. Ты едешь? Сама едешь? Едет. Пиздец, там глубина. Даже Вася пройдет. Проедь, я думаю, Вася тоже туда пройдет. Давай, Ирин! Последняя точка на сегодня. Ну и вообще, наверное, последнее включение. Следующие два дня будут в другом видосике, а то тут место уже это... Ну, в смысле, не место, а это... Долго очень наснимал. Закрыта церковь. Так. Прочитали? Как оно закрыто-то? Открыто, Ирин! Ой, только здесь все культурно, я не знаю, можно сюда ходить? Ну, аккуратненько, я думаю, да, потому что у нас тушка закрыта. А.
Да, наверное. Трещины? Я думаю... Нет. Что ж тогда? И вот справа посмотри тоже, что-то непонятное. Это змея. Да корни, да, нет, тут нет. Нет, фонарик, да, он уж что? Где змея? Корни? Да ладно, откуда они там? От семян каких-нибудь? Может, проводка. Вот, видите? Я не знаю, надо сфоткать. Надо сфоткать? Тут много церквей. Надо было днем нам сюда ехать. Ирина, светани на дальнюю. Отсюда? Да. Слушайте, ну она необычная, вот эта церковь вообще просто квадрат. Ага. А мне кажется, что-то разобрано верхушка у нее. Видишь, потому что? Да, штуки какие-то там стоят. Слушай, может, и разобрано, но квадрат просто, то есть она, смотри, она просто квадрат. Ну пойдем туда по тропинке. Вы идите первые, а то вдруг какой-нибудь погонник выскочит. Может, туда, сюда? Зачем с той стороны ходить? Вы хотите вот сюда? А почему туда? Там вообще она работающая, видите? Нет, это свет от фар. Вроде. Я тоже сначала подумала, что работает. Да, свет. Мы светим. Могила захоронения. 13-й год и 30-й. Там есть проход. Мы просто зайдем. Дайте, наверное. В 1864-м родился Алексей Никитич. А что-то такое вообще не понял. Че? Как вот это вот понять? У первого только дата смерти есть? Да. У второго все, а у Лидии вообще ничего нету. Ничего нету, вот так вот. Слушай, ну раньше они как бы с датами как бы не заморачивались. Рождение. Мам, можно? Ну, ты одна то не залезешь. А куда там, интересно? Там на колокольне. На второй этаж. Жек, ну-ка, давай. Держи, видео идет только, смотри. Хорошо. Сейчас старенький девочка заходит. Ну, ой, ладно. Что-то у меня треснуло. Ну, ладно тебе, ладно. Еще я вообще. Ты берешь, да? Да. Иринка телефон передавала, я нажал. Не снимала, думал, что снимал. Короче, залез. И девчули тоже. Залезли. Конечно, проходы. А, вот квадратный-то. Да, да, да. Слушай, а она не разобрана, у нее крыша есть, у квадратной. Да? Да, она там покатистая, и потом эти штуки стоят верхние. А-а-а. Все туда светим. Очень хочется на чердак подняться. Ну, мы сейчас это самое, зайдем в нее и посмотрим, что там. Там же можно. Давайте. Вы первые, я за вами. Может, наоборот? Первые? Там мало. А если вас тут какой-нибудь черт схватит? Это не так страшно. Что, я первый? Да. Вот нас занесло сюда за каким-то. Наверху прикольный. Там что, это первый этаж? Сейчас низ обследуем. Ой, там наверх. Вон там, мне кажется. Мне кажется, там наверх, да. Что внизу? Какие-то норы. Фундамент? Под фундаментом непонятные.
Хотя следов никаких вроде. Не-не-не, чем тискали, потому что там посерединке что-то. Я думаю, что какие-нибудь эти. Смотри, вот тут. Ага, копайте. Все банально, но фундамент и камня. Девочки, вы еще под ноги не забывайте смотреть, пожалуйста. Чтобы на стекла не наступать. Че, мы там поднимемся? Можно здесь подняться? Ой, иди сюда. Не бежи. Не бежи. Нет, наверное, не можно. Да. Ну я поднимусь, а вы туда. И, а может, и не поднимусь. Что-то все, блин, сыпется. Сейчас фонарей побольше придет. Включусь. Сюда бы днем. Да, я и говорю, тут вообще. Маш, свети куда-нибудь, дай хоть фоточку ему сделать. Вот сюда и держи там. Все светим туда. Вот. Ага. Вон, смотри, туда теперь. Куда? Вверх. Ангелочки. Быстрее. Вот это что за штуки такие? Лампа. Нет, водопровод. Стеклянный. Стеклянный. Дети здесь проверили какие-то химические реакции. Ой, смотрите, как красиво сейчас. Вот, видите? Это не наше. Наше, наше. Кто это? Вася. Вася, что? Чего? Я не знал, что здесь такое еще сзади стоит. Так да, ты видишь, мы проходим. Я вот поэтому пошел, мы провалились туда, может, что-что. Ключ, вот, видишь, обломан, кстати говоря. Нет, это не ключ, слушай, не знаю даже. Просто, наверное, какая-то задвижка была, крутили. Нет, здесь просто крутили, а там она задвигалась. Хотя и здесь тоже эта штука. Что-то непонятное, аж целых две. Правда, сажали, что ли, кто-то кого? Или что-то ценное было? Повалил снег в завершение нашего дня, нашего ходового дня. Мы едем в лагерь. Сейчас там должен еще приехать один наш товарищ. Витальке привет, который едет. Ну а на сегодня я заканчиваю свой репортаж и заканчиваю это видео. Так что спасибо всем, кто смотрел. До новых встреч. А встречи будут для меня завтра, а для вас в следующем видосе.